Привет, народ! Более половины опрошенных Левада-центром россиян выступают за отставку правительства. Согласно данным исследования, 57% респондентов недовольны неспособностью Кабмина справиться с ростом цен и падением доходов населения. 46% отметили неготовность обеспечить людей работой. 43% считают, что правительство недостаточно защищает граждан. Ну, в смысле, социально защищает. При этом 36% убеждены, что нынешние обитатели Белого дома не могут справиться с кризисом в экономике. А еще 30% заявили, что у министров нет продуманной программы экономического развития. Похоже, что градус кипения в обществе, ну, уже почти достигнут. Спасибо за это чиновникам. Хотя нет, можете их и не благодарить, они сами все понимают. Вот уже и эвакуацию из Кремля отрабатывают. Вот так. Прилетит к ним волшебник в голубом вертолете и подарит что-нибудь. Например, билет в страну, откуда преступников в Россию не выдают. А мы начинаем. Мы тут трудимся, понимаешь, делаем новости, анализируем все происходящее. И как же можно было такое пропустить? Такое важное событие. Тут у нас глава Роскосмоса Рогозин, оказывается, машину времени изобрел. Дело в том, что 27 декабря прошлого теперь уже года с космодрома «Восточный» запустили ракету-носитель «Союз-2-1А» с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» номер 5 и номер 6 на борту. Взрывы ракеты на старте и в прямом эфире, как обычно в последнее время это у нас бывает, никто не видел. И потому Роскосмос тут же отчитался, что спутники успешно выведены на орбиту. И 14 января спутники эти приступили к работе. И передали они, чтобы вы думали. А передали они Рогозину летние фото пекинского аэропорта. Смотрите, как все зелено, как все красиво. Лето в полном разгаре. Снимок педантично маркирован, чтобы никто не перепутал дату. А Рогозин тем временем незамедлительно передал эти фото журналистам. И те, погуглив, установили, что фотографии эти были сделаны еще в 2013 году. И они уже давно гуляют по интернету. Вот есть такая болезнь – клептомания. Есть люди, у которых это болезнь. Они не могут не украсть. Это не их вина. Это их болезнь. Ранее российские чиновники уже неоднократно пользовались фиктивной компьютерной графикой. Ей иллюстрировались рывки и прорывы российских технологий. Например, видео о новейшем российском оружии, показанное во время послания президента Владимира Путина в марте 2018 года, оказалось не очень свежим, мягко говоря. Его нашли выложенным в интернет за 5 лет до даты выступления главы государства. А что же сделали мы, кроме протестов и предупреждений? Чем ответила на этот вызов Россия? Вот что. Ну а если даже и на таком уровне людям лапшу на уши вешают, то что же тогда говорить о министрах? Глава военного ведомства Сергей Шойгу, иллюстрируя материал о боевых победах в Сирии, выложил среди обычных аэроснимков и скан из компьютерной игры. Кстати, вот он, довольно-таки мутная картинка. А вот и оригинал. Картинка куда четче. Только вот незадача. Здесь все обозначения на английском языке. Интерфейс российской военной техники вряд ли может быть на языке врага, пусть даже и условного. Это действительно был стоп-кадр со стрима игрушки. Видимо, в нашем оборонном ведомстве в нее так заигрались, что не только забыли реальные победы над ИГИЛом, запрещенным в России обеспечить, но те, что не стыдно показывать, но также и забыли, что в игрушку эту, кроме них, еще и кто-то играет. А мы продолжаем. В парламенте предложили не только полностью отменить оплату больничных листов, но и, чтобы вы думали, наказывать рублем тех, кто не выполняет рекомендации врачей, полученные после прохождения диспансеризации. С соответствующим предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по здравоохранению «Единорос» Николай Говорин. По его мнению, временная нетрудоспособность несправедливо компенсируется всем работающим гражданам страны. Представитель партии власти уверен, что россияне заболевают из-за того, что не уделяют должного внимания своему здоровью. Несмотря на то, что государство создало им все необходимые условия, организовало бесплатную диспансеризацию.
Работникам следует использовать эту возможность в полной мере. Если же такого не происходит, это уже их личные проблемы, а не предмет заботы организации работодателей и фонда социального страхования. Сейчас деньги за больничные выплачиваются работодателем и фондом соцстрахования в такой пропорции. Первые 3 дня оплачивает работодатель, а оставшееся время – ФСС. На величину компенсации влияет и стаж работающего. Он прямо пропорционален размеру выплаты. Такой порядок был установлен еще в советское время, и до настоящего момента он всех устраивал, ибо действовал он по справедливости. Работодателям производится начисление страховых взносов и перечисление их в ФСС. По факту все трудящиеся сами зарабатывают себе субсидии, они выпрашивают их у государства, а еще вернее копят деньги на случай болезни, когда работать не получится, а жить на что-то нужно. Но несмотря на это, наши народные избранники, такие как единорос Говорин, а страна должна знать своих героев в лицо. Так вот он заявил, что государство делает нам одолжение, оплачивая больничные листы. А государство неблагодарным гражданам, как известно, ничего не должно. Вам государство вообще в принципе ничего не должно? Кстати, а почему депутаты, в том числе и Говорин, обслуживаются не в обычных районных поликлиниках, где происходит диспансеризация, организованная нашим щедрым государством, а в спецклиниках и даже за границей? Вот пускай Говорин и приедет в поликлинику, где нет половины специалистов, где нужно днями, а то и месяцами ждать очередь на прием к тому или иному врачу, где нет лекарств. Вот тогда и поговорим о том, какие возможности россияне используют не в полной мере. Впрочем, вряд ли этот типичный представитель партии власти снизойдет с небес на землю и вникнет в проблемы обычных россиян, что обеспечили ему на выборах путь во власть. А мы продолжаем. Ни одними нашими неоплаченными больничными слуги государевы сыты. В набережных Челнах городские чиновники объедают детей малообеспеченных. Их просто не пускают в школьную столовую. По мнению власти имущим голодным школьникам, вредно смотреть, как едят благополучные ученики, ибо это может даже межклассовую вражду вызвать. А в Хабаровском крае пошли еще дальше. Там в школьных столовых установили отдельные столы для малообеспеченных детей. И это, оказывается, уже давно практикуется. Новый губернатор Сергей Фургал пришел в шок, когда узнал об этом. Там это за родительскую плату, ну, по льготам столько, сколько мы... Так, да что ж такое? Нет, я понимаю, то есть... что детей по-разному кормим, что ли? Нормальный, да. А льготный получается меньше, что ли? Мы по-разному кормим детей, да, потому что у нас... Мы детей в школе по-разному кормим? По-разному кормим детей. Вы что? Это как вообще возможно? У нас два меню. Как понять два меню? Ну, для льготников и для... Мы вообще понимаем, что мы делаем? Мы обязаны ребенка кормить два раза за бюджетные деньги, только если он с ОВЗ. А что такое ОВЗ? Ограниченные возможности здоровья. Так. Таких, вот у нас есть 10 территорий, которые обеспечивают это полномочия, 10, в которых нет на это средств. В Комсомольске-на-Амуре дети не получают бесплатное питание. Значит, наведите порядок в этом во всем. Разберитесь. Это позорище. Стыдно слушать просто. Одного ребенка мы за 116 рублей кормим, даем одну еду. А второму ребенку мы даем за 96, даем другую еду. А потом мы удивляемся, почему у нас в школе так вот происходит. Почему дети так себя ведут и все остальное. Мы что, вообще что ли ничего не понимаем? Мы понимаем. Ну так а в чем проблема-то? В деньгах. Какие деньги? Ну вот посмотрите. Это наши дети. Какие деньги? А тем временем, чтобы нам жизнь медом не показалась, Чубайс предложил поднять тарифы на электроэнергию. Глава Роснана высказал недовольство по поводу существующей в стране системы электроснабжения. По его мнению, Россия расточительно расходует свои энергоресурсы из-за слишком низкой стоимости электроэнергии для потребителей. Теперь
к очередным прорывам российской науки и техники. В Нижнем Новгороде построили переправу. Из чего бы вы думали? Из сена. Собственно, нижегородские дорожники ничего нового сами не изобрели. Они просто позаимствовали опыт своих татарских коллег. Раскатывают солому, потом распушим. Это как 3D, да? Как арматура связывает. В Казани сами приехали. Четвертый день. Расстилаем солому, потом заливаем. Солом для упрочнения, для связки. Сложности нет. Нам попутнее-то морозы. Вот 20-25 градусов мороза было бы хорошо. Видишь, сейчас мороза нет, не очень идет работа. Вот там стоит ДДН, видели, наверное, да? Вот. Это система град, которая при морозах минус 15 распыляет воду. Капли мелкие застывают в воздухе, большие падают вниз, соединяют. И получается фирн. Фирн – вот такой вот послойный такой вот лед. Буквально нужно 35-40 сантиметров полностью с общей массой льда. Выдерживать будет 3,5 тонны, но пускать будем, если все получится, конечно, пускать будем до 2 тонн. Я считаю, что это очень небезопасно. Я лично видел, как они в первый день пытались просто пройти пешком через Ленду и через Волгу. Один из них чуть не провалился. С нашим климатом это все-таки очень опасно. Сейчас мороз, а через 5 дней он оттепель передает, поэтому... Середину все равно будет подмывать эту переправу. Я думаю, что это очень опасно. Вот у нас в Казани в двух местах делают такую переправу. И там расстояние у нас 3 километра Волга. Битые даже машины вот начали уже. Постоянно под контроль держит. Дедовский способ. Раньше так делали. Еще делали, трасса натягивали. Вмораживали их в лед. Трасса Ладога. Да? Но это очень-очень дорогостоящее мероприятие. Или понтоны. 37 миллионов понтонов. Тоже не это сказочная цифра. Поэтому пока вот детский способ. Помпа, град, руки, время. Я прощаюсь с вами. В студии работал Евгений Анисимов. Смотрите программу «Что произошло» на канале Крик ТВ по субботам, воскресеньям, понедельникам и четвергам. Краткую версию смотрите на канале «Реальная журналистика». Звоните нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37. Пишите письма, ищите в соцсетях, добавляйтесь в друзья, сообщайте новости. Увидимся через неделю.